Научно-технический прогресс существенно облегчил жизнь инвалидов по зрению. Компьютерная техника и электронные устройства выполняют голосовые команды. Но для того, чтобы понять, насколько сложно приходится незрячим, достаточно закрыть глаза и просто выйти на улицу. Чтобы привлечь внимание общества к проблемам слабовидящих людей, во всем мире проводится День белой трости. В Чувашии он стал началом традиционной акции. Слепые и слабовидящие люди сегодня живут активной жизнью. Благо, в наше время это намного легче, чем, к примеру, лет 50 назад. В их распоряжении большое количество приспособлений, помогающих в интеллектуальной и физической деятельности. Наконец, само общество стало более внимательным к людям с ограниченными возможностями здоровья. Тем не менее, некоторые вопросы проще решать, объединив усилия. Чебоксарская местная организация, я сказал, существует с 1959 года. На сегодняшний день членами организации являются более 700 человек. Это и лица старшего возраста, и дети инвалида, и молодежь. Наша работа разносторонняя, и спортивные мероприятия, и культурные мероприятия, и образовательная часть. То есть оказываем людям юридическую помощь, помощь в образовании, в каких-то услугах и в поддержку в трудоустройстве. Много людей у нас, конечно, талантливых, одаренных, мы их тоже поддерживаем. А талантливых людей среди членов организации немало. Многие занимаются научной работой и творчеством, как Екатерина Ворошилова. Эта песня посвящена тому, что рамки только внутри нас. Вот, мы сами создаем себе барьеры. А на самом деле вся жизнь зависит лишь от нас самих. Мы должны сами идти вперед и добиваться своей цели, несмотря ни на что. Те, кто открыт для всего нового, кто не боится жить полной жизнью, смело отправляются в путь, вооружившись белой тростью. Для незрячих людей она как палочка-выручалочка. Когда выхожу с белой тростью, всегда нахожу себе помощь, и люди откликаются, помогают. И перейти дорогу, и найти тот или иной дом, или то иное учреждение. Елена Гальперина, Алина Сусметова, Бахтияр Велиев, Республика.